Я две недели как вернулся, даже меньше уже, наверное, с Дальнего Востока. Я летал в Благовещенск, меня приглашали туда на мероприятия. Расскажу, какие. Но если я уже лечу в те края, там-то все, как сказать, по таежным меркам все рядом. Что такое Благовещенск и Серышево? Это всего лишь 160 километров, это, в общем-то, как бы так. Даже не за углом, это на одной лестничной площадке. Естественно, когда меня пригласили туда, то я позвонил в Серышево, фамилии не называю. Вот, говорю, я буду. Давайте либо с вас машина, либо там вертолетом. Меня туда и вертолетом когда-то завозили. Ну, естественно, я не мог там не спеть вот эту песню, потому что они на этом летают. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет. На исполнительному молитва, все по карте. Винты все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, набор. А все проблемы мы оставим там на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой и меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попыхах. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Они там не в Атлантику летали, как раз это самое, коляски. И нервы вырвали американцам еще так, нормально. Пролитые копии обожжут, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь засветки. От фюзеляжа револьвер, ран производства СССР. Сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостата. Они ведь тоже напролом мы, и чуть не блистер нам крылом. Такие бурзы, как правило, из штатов. Но не заменит курс и борт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где там в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас, как все на сток. Нам отыскать днем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик «Я вижу командира!» вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и обрал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет там криками эскорт, прошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику, медведи придут, ой, придут в Атлантику, медведи. На свидание идем, друг друга с танкером найдем. И семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим. А турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет будет устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит сон. Не спит сегодня гарнизон, домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. И тут в развалочку медведи домой.
любимые медведи. Медведи, медведи. Медведи.